веселыми друзьями. Учись скорей считать, и вскоре математиком ты тоже можешь стать. Отличные ребята, команда высший класс. Мальчишкам и девчонкам всем весело у нас. Вперед отдать швартовый, на борт мы всех зовем. С веселою командой мы в плаванье идем. Занимательная геометрия. Возвращение команды. Смотрите! Ку-ку, ку-ку. Быстрее в маленькую дверь! Против часовой стрелки! Против часовой стрелки! Против часовой! Против часовой! Сюда! У нас получилось! Да, но где мы сейчас? Мы в маленьком домике кукушки. И кукушка возвращается. А, помогите! Ой. Я точно могу сказать, что я очень хочу домой. Ну, может быть, у нас получится. Волшебный треугольник доставит нас домой. Ой, это слишком просто. Не волнуйся, Брэдли. О, нет! Можешь волноваться заново. О, нет! Что это? Будьте очень осторожны, чтобы не попасть в просак. Вам нужно выбрать прямой угол. Прямой угол? Это какой? Ой, я не знаю. Мне надо еще все упаковать, чтобы отправиться домой. А у команды цифр проблемы с прямыми углами. А вы знаете о прямых углах? Ну, смотрите, я объясню. У этой фигуры нет ни одного прямого угла. А у этой их много. Так где же эти прямые углы? Итак, когда две стороны образуют квадратный угол, как здесь, то это прямой угол. Видите, здесь их четыре. Один, два, три и четыре. Прямой угол – это когда две линии встречаются вместе и образуют квадратный угол. Не такой и не такой. Прямой угол выглядит именно вот так. Такой угол называется прямым. Итак, как вы думаете, получится у вас найти несколько прямых углов? Вы даже можете использовать наш детектор прямых углов. Много вы видите углов, где же здесь прямой? Прямой угол, вот здесь перед тобой. Много вы видите углов, где же здесь прямой? Этот угол не прямой, сейчас перед тобой. Много вы видите углов, где же здесь прямой? Прямой угол, вот здесь перед тобой. Так, какой из этих углов прямой? Я знаю. Этот угол точно прямой? Да, пошли. Ух. А теперь нам нужно забраться в волшебный треугольник. О, нет! Сначала идите прямо вперед, потом сделайте четверть поворота вправо, потом четверть поворота влево, потом идите прямо, и тогда вы обретете свободу. Сделать полуповорот? Это как? Не спрашивайте меня, я всего лишь кукушка. Не бойся, Брэдли. Можешь спросить меня о полуповоротах. А, вот так. Ну, полный поворот – это легко. Сначала он стоит лицом сюда. И если вы делаете полный поворот, то он поворачивается вокруг себя и снова возвращается в это же положение. Это полный поворот. Похоже на поворот стрелок, когда они проходят полный круг. А что такое полуповорот? Для такого поворота нужно повернуться только наполовину. Сначала он стоит так же, делает полоборота и встает задом наперед. Да, вот так. Это полоборота. Да. Все равно, что большая стрелка часов дошла до половины циферблата, а поворот на четверть поворот
Это просто половина от полоборота. Вот. Вначале мы встанем так же, смотрите на переднюю часть катера, и сделаем четверть поворота, то закончим в этом направлении. Вот так. Это поворот на четверть. То же самое, если большая стрелка показывает 15 минут. Полный поворот, полоборота, четверть поворота. Какой же это поворот? Это полный круг. Это полный поворот, повернулись мы вокруг. Какой же это поворот, полкруга мы прошли. Это полуоборот, полуоборот, полкруга занял он. Какой же это поворот, лишь четверть круга в нем. Это четверть поворот, нам повстречался он. Я знаю, куда идти. Что сказала кукушка? Сначала нужно идти прямо. Потом свернуть на четверть вправо. Потом на четверть влево. А потом опять прямо. И там нас ждет свобода. Пошли! Уже рядом! Сюда! О, нет! Что сейчас? Прежде чем вы сможете покинуть этот мир, вы должны выучить еще один урок. Каждый из вас должен найти прямой угол и сделать поворот на четверть. Что? Как нам это сделать? Быстрее! Быстрее! Прямые углы и повороты на четверть. Здесь начинается поворот на четверть, а здесь заканчивается. Смотрите, в этом углу две прямые линии пересекаются и образуют прямой угол. Итак, прямые углы и четверть повороты – это одно и то же. Посмотрим на часах. Если длинная стрелка движется отсюда сюда, то получается 15 минут, четверть поворота. И смотрите, это прямой угол. Ха! Итак, прямые углы и четверть повороты – это одно и то же. На четверть оборота повернем или угол прямой возьмем. Это все одно и то же. Сразу мы поймем. Мы все нашли нужные углы. Теперь нужно повернуться на четверть. Раз. Два. Три. Вперед! Мама! Папа! Мы вернулись! Вы скучали по нам? Конечно, очень! А вы волновались за нас? У нас было столько проблем! Уверена, вы хорошенько подумали и нашли на них правильный ответ. И кроме того, за вами присматривал малыш! Ура! Отлично! Команда цифр вернулась из своего путешествия даже раньше, чем я. О, и еще одно. Это прямоугольник. У него 4 прямых угла и 1, 2, 3, 4 прямых стороны. А вы сможете нарисовать фигуру, у которой 4 стороны, но только 2 прямых угла? А если сделать 4 стороны и только 1 прямой угол? И еще, если у вас получится найти фигуру с 4 прямыми сторонами и 3 прямыми углами,